Всем привет! Вы смотрите Easy Russian. Тема этого эпизода – жесты. Давайте начнем! Дразнится. Катя дразнится. Ни-ни-ни-ни-ни. Катя нахмурилась. Хмурится. Катя смотрит на часы и прищуривается. Сколько времени осталось до встречи? Прищуриваться. Катя прищуривается. А, вот ты где! Махать рукой. Настя машет рукой. Посылать воздушный поцелуй. Ловить воздушный поцелуй. Катя посылает воздушный поцелуй. Настя ловит воздушный поцелуй. Уставиться. Катя уставилась на что-то в витрине. В этих магазинах так много красивых вещей. Да, действительно много. Но они нам не по карману. Нет, не по карману. Кивать головой. Настя кивает головой. Она согласна. Мотать головой. Настя мотает головой. Она не согласна. Всплеснуть руками. Катя увидела цену и всплеснула руками. Ой, извини, я наступил тебе на ногу. Наступи мне тоже, чтобы не поссориться. А еще, чтобы не поссориться, можно помириться на мизинчиках. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. Помириться на мизинчиках. Это мизинец. Большой палец, указательный палец, средний палец, безымянный палец. Вам интересно было бы узнать, как называются другие части тела? Тогда подписывайтесь на нас на Patreon и голосуйте за темы будущих эпизодов. Там вы также всегда найдете рабочие листы с упражнениями, словарь к видео и другие полезные материалы. Вот этот велосипед я хочу купить. Ты что, сошла с ума? Он очень дорогой. Крутить пальцем у виска. Настя крутит пальцем у виска. Катя, смотри, какие потрясающие... Шш, это же выставка, здесь нельзя громко разговаривать. Прикладывать палец к губам. Катя прикладывает палец к губам. Как вы думаете, что делает этот персонаж? Он подбоченился, поставил руки в боки или он закрыл уши руками? Катя, мне кажется, они пожимают плечами. Не знаю, может быть. Пожимать плечами. Настя пожимает плечами. Это подлинник. Зуб даю. А я сомневалась. Зуб даю. Катя дает зуб, что это подлинник. Тьфу-тьфу-тьфу. Плевать через плечо и стучать по дереву. Катя плюет через плечо и стучит по дереву, чтобы не сглазить. Катя потирает руки.
она что-то замышляет. Потирать руки. Зловеще потирать руки. Щелкать по шее. Катя щелкает по шее. Она предлагает добавить алкоголь в чай. И подмигивает. Подмигивать. Катя подмигивает. Стучать кулаком по столу. Катя стучит кулаком по столу, потому что она недовольна, что я не хочу добавлять алкоголь в чай. Катя показывает мне кукиш, или фигу, или дулю. В любом случае, это значит, что шоколадку я не получу. Показывать кукиш, фигу или дулю. Фиг тебе, а не шоколадка. Указывать на дверь. Катя указывает на дверь. Пошел вон. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте лайк, колокольчик. И до новых встреч. Пока.